Всем привет! Многие меня просят записать короткий видеоролик про компанию OnPassive, что я сейчас и попытаюсь сделать. На международный рынок заходит крупнейшая IT-компания с продуктами по автоматизации и управлению бизнесом, которые работают на основе искусственного интеллекта. Все продукты созданы с нуля и не имеют аналогов в мире. Их на сегодняшний день около 50 наименований, и количество их все время будет увеличиваться. Компания создает и выпускает не только высокотехнологичные компьютерные технологии, она еще создает и физические продукты, которые также будут работать на основе искусственного интеллекта. Старт компании OnPassive, можно сказать, состоит из нескольких этапов. На первом этапе формируется команда основателей компании, в котором мы сейчас и находимся. На сегодняшний день количество основателей приближается к 600 тысячам человек. Каждый день примерно заходит 3000 основателей из 200 с лишним стран мира и бронирует свои позиции основателей. Имеется в виду, это не просто пустые регистрации, а это уже оплаченные позиции. То есть люди, которые оплачивают свои позиции, бронируют за $97. Сразу хочу сказать, какие преимущества имеют основатели компании. Основатели будут получать пожизненный пассивный доход. Доход, который будет формироваться от продаж продуктов компании. Это все равно, как если бы вы получали пассивный доход от таких мировых гигантов, как, предположим, Microsoft, Google, Apple, Zoom, Amazon и других гигантов. Помимо этого, основатели компании могут рекламировать свои сторонние продукты, услуги и бизнесы как на земле, так и в интернете без ограничений. Для этих целей компания каждому основателю будет предоставлять доменное имя. В интернете сейчас много систем, которые называют себя системами по автоматизации бизнеса. Должен сказать, что они делают некоторые полезные вещи и как помощники по бизнесу. К примеру, они ставят лайки в соцсетях, делают рассылки и тому подобные полезные вещи. Но эти функции ничего не имеют общего с таргетированным качественным трафиком. И наоборот, система OnPassive за вас не ставит лайки, не делает рассылки и тому подобные вещи. То есть она не занимается тем, что не имеет отношения к реальному таргетированному трафику. OnPassive – это принципиально новая автоматизированная система, которая гарантированно дает вам трафик. Иначе говоря, она сама находит и подписывает именно под вас уже оплаченных партнеров, которые заинтересованы в ваших продуктах или услугах. Без вашего участия она ставит по вашей реферальной ссылке при помощи продуктов, которые работают на основе искусственного интеллекта. OnPassive сама строит команду за нас. Иначе говоря, мы платим компании за работу, компания работает за нас. Никакой ручной работы, никаких уговоров, мотивации и пустой траты времени. Хотите начать быстрее получать и пассивный, и активный доход, приглашайте сами больше дополнительных партнеров и клиентов. Ну, это по сути логично. У основателя OnPassive есть еще огромное преимущество. Все клиенты и потребители продуктов OnPassive, которые будут приходить и покупать продукты после официального старта компании, будут выстраиваться непосредственно под основателями и будут создавать им товарооборот. И, соответственно, с этого товарооборота будут иметь серьезный пассивный доход. А это десятки и сотни миллионов потребителей. По статистике,
Интернетом пользуются 4,5 миллиарда человек во всем мире. И они все потенциальные наши клиенты. Кто они, потребители и клиент? Это сетевые компании, крупные, средние и мелкие предприятия, организации. Это частные клиенты и потребители. Это образование, бухгалтерский учет, аудит и так далее. И это будут не случайные переливы, как в других компаниях, от вышестоящих спонсоров, а это именно сама компания будет ставить людей целенаправленно под каждого основателя. И еще немаловажное дополнение. После оплаты пакета основателя вы подписываете договор. И в этом договоре, в 9-м пункте договора, прописана гарантия возврата денег. Это значит, что деньги вы можете вернуть в любое время, если что-то вам не понравится в компании. Стоит еще раз напомнить, что позиции учредителей на сегодняшний день стоят $97. И вместе со стартом мягкого запуска будет подорожание. Насколько пакет основателя подорожает, пока тоже не озвучено. Узнаем после мягкого старта. Когда дадут мягкий старт, пока никто не знает. То есть дата не озвучена. Но думаю, что это случится скоро. Это может произойти в любой день. И поэтому спешите бронировать свои места за $97. Что означает мягкий старт? После мягкого старта начнут поступать инструменты для бета-тестирования и также для практического уже использования. Инструменты будут поступать небольшими партиями, потому что такой объем сразу никто не сможет освоить. Я имею в виду, кто хочет освоить продукты более-менее основательно. В принципе, эти продукты не просят осваивать так основательно. Они работают по принципу: загрузил, настроил, запустил и смотри, как растет бизнес. Каждому продукту будут качественные инструкции на всех языках. И, образно говоря, любая бабушка или ребенок с этим может справиться легко. К слову сказать, несколько месяцев назад компания проводила тестирование и за 4 дня получила 1 000 000 подписок даже без искусственного интеллекта. Мягкий старт – это, если образно выразиться, контрольная проверка готовности компании к официальному старту. По времени, сколько он будет длиться, тоже пока никто не может сказать, кроме специалистов и самого президента компании Аш Муфари. Думаю, что ждать придется недолго, это может случиться любой день. И, наконец, официальный старт. После официального старта продажа пакетов основателей будет прекращены. И, соответственно, в основатели компании больше никто не попадет. После старта будут продаваться только продукты компании. Покупатель продуктов – это клиенты, как я уже сказал. Это крупные корпорации, крупные и мелкие организации, малый и средний бизнес. Это образовательные учреждения всех уровней и многие другие. Словом, продукты он пассив. Продукт он пассив, предназначенный для всех сфер человеческой жизнедеятельности. А это десятки и сотни миллионов человек. Ну, давайте посмотрим, как выглядит компания и что за продукты у нас. Вот так вот у нас выглядит сайт компании, он пассив. Здесь первая партия, мы видим первую партию продуктов, которая поступит. Здесь OOMail, это своя электронная почта, это свой сократитель ссылок, это аналог Bitly. Предположим, если вы Bitly
хотите использовать для генерации лидов, предположим, вы будете платить $200. Это как бы только один инструмент, а у нас все инструменты будут входить все в одном пакете и за одну цену. Это своя социальная сеть, это свой кошелек и многое другое. Это аналог Zoom, это видеоконференции и так далее. То есть, когда дадут мягкий старт и начнем тестировать эти инструменты. А пока выстраиваем команду потребителей, клиентов, и на данном этапе мы выстраиваем команду учредителей компании, то есть основателей компании. В принципе, все, о чем я хотел и изложить. Будут вопросы, под этим видео будут мои данные, мои контакты, звоните, пишите. На этом пока все. Пока-пока.